И сейчас мне зачета, наверное, не знаю, на первой сутки еще не было. Гранд Чероки, который, кто знает, он очень быстрый. По крайней мере, по круговой трассе у Вадима он был быстрее всех и сделал всех на круг, блин, даже. Он летел так, что капец. Сейчас посмотрим, как будет здесь ехать. Поехал. Блин, вот он, этот быстрый. Гранд Чероки. Он повис! Он повис! Там, короче, всех грязью так обкидал, что капец. Да, блин. Всем интересно посмотреть. Ай, блин, запах горелого чувствуется здесь даже. О. Несется этот дикий Гранд Чероки. О, там выпрыгнул дерево аккуратно. Тут еще одно дерево есть. Он нормально так вписался в него. Да еще здесь должно так же красиво выйти. В общем, красава! Остаться с тобой, просто остаться с тобой. Но высокая в небе звезда зовет меня в путь. Группа крови, нарухая мой порядковый номер. Нарухая, пожелай мне удачи в бою. Летел Гранд Чероки, не понравилось ему, что он повис. Хочет хорошее время показать. Так, ну там понятно, вот здесь сейчас что он будет исполнять. Вот, вот так надо было сразу. Так, ну там дальше прямой участок. Так, сейчас здесь должен, вот он. Валился через ворф. Смотрим его время, сколько? Сколько время? Минута, сколько? Ты лучшее время все-таки поставил.